весе. В синем углу ринга спортсмен из Украины. Приветствуйте, Руслан Абильтара. Руслан Абильтаров, Украина, в синем углу ринга. И его соперник в красном углу представляет Республику Ингушетия. Встречайте, Юнус Евлоев!
спортсмен в красном углу ринга представляет республику Ингушетия! Юнус Евлоев! Спортсмен в синем углу ринга, 21 год, вес 61,5 килограмм. Рост 166 сантиметров. Профессиональный рекорд. 6 побед, ни одного поражения. Его соперник в красном углу. 27 лет. Вес 61,9 килограмма. Рост 173 сантиметра. Профессиональный рекорд. 12 побед, всего 5 поражений. Руслан Абельтаров против Юнуса Евлоева. Рефери в ринге Виктор Корнеев. Пойдем на середину. Парни, слушаем внимательно. Работаем 2 раунда по 5 минут. Головой не бьем. По затылку, позвоночнику не бьем. Очень внимательно слежу за этим. Локтем бьем только в корпус. В партере коленом и ногой бьем только в корпус. Канаты, шорты, перчатки не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Разошлись по углам. Уважаемые дамы и господа, напоминаю, 2 раунда по 5 минут. Давай!
решающий раунд. Поддержите спортсменов. Стойка! Бой!
отвечая на вопрос многих болельщиков, в этом бою не может быть экстра-раунда по условиям договора, поэтому раздельным решением судей победу в этом поединке одержал спортсмен из Украины Руслан Абильтаров. Спасибо большое. Теплый приют. Хорошее соревнование. Спасибо, что пригласили на них. Честно сиделся. Все. Спасибо организаторам. Красиво. Республика красивая. Все супер. Спасибо. Спасибо, Руслан. Спасибо. Победы. До новых встреч. Спасибо огромное. Руслан Абильтаров. Украина. UK Promotion.